На самом деле это сейчас один из самых проблемных участков, с которыми мы работаем. Там гарантийный, ну знаете, это в большей степени частично. Почему? Потому что срок гарантийный еще не истек, но у нас был капитальный ремонт только дорожного полотна. Проблема у нас вся в том, что не было предусмотрено выемки грунта. Ну, в тот момент не было в этом участке такой пучины. Соответственно, в этом году грунтовые уводы высокие. Зима была аномально снежная, аномально морозная. И, собственно, зима свою дело в этом отношении сделала. Сейчас мы принимаем техническое решение, работают специалисты, просчитывают нам примерный объем средств, какой нам нужно будет затратить на восстановление именно подложки этого дорожного полотна. Соответственно, должна быть сделана выемка порядка 70 сантиметров на протяжении 70 метров, засыпка бута, ну и там более мелкая фракция, подготовка, а только потом уже асфальтирование. Также параллельно мы ведем работы с фирмой «Комплексстрой». Они выполняли в 2019 году работы по асфальтированию на этом участке для того, чтобы этот участок автодороги, само полотно они сделали в рамках гарантийного обслуживания. То есть часть работ вы будете делать за счет местного бюджета, я правильно понимаю? Да. И только вот асфальтовое покрытие сверху они восстановят за счет гарантийного обязательства? Да, соответственно, сейчас мы ищем возможности достать эти денежные средства, потому что это не внеплановые расходы, довольно-таки серьезные расходы, но в любом случае здесь проблема еще будет заключаться в том, что там у нас ходят и автобусные маршруты, нам нужно будет согласовывать временную схему объезда этого участка, потому что участок автодороги 70 метров, там объездных путей на самом деле не так и много, поэтому сейчас разные специалисты работают по своим компетенциям, и в ближайшие несколько месяцев мы эту ситуацию урегулируем. Но сейчас, пока как временную меру, мы периодически пригоняем туда тяжелую технику и снимаем тот объем грунта, который выдавило с этого участка. Естественно, это неудобство жителей, которые проживают на этой территории. Но в любом случае все должны понимать, что эта работа сложная, и мы ее в любом случае проведем.